Следующее наше событие, которое запланировано, это проект «Культурная осень». Министерство образования и науки реализует его не первый год. В 2015 году у нас была очень успешная практика, когда 3 миллиона рублей были выделены из республиканского бюджета на то, чтобы в каникулярный период наши дети посетили лучшие театры Республики Татарстан. Детки из малообеспеченных, многодетных семей, из социально защищенных слоев, победителей республиканских конкурсов, олимпиад. В этом году Министерство образования и науки Республики Татарстан направляет на этот проект 2 миллиона рублей. И вы видите, что мы спланировали, скоординировали, что именно в каникулярный период 4 основных наших театра: Татарский академический государственный театр имени оперы и балета Муса Джалиля, Казанский театр юного зрителя, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тичурина и Татарская филармония распахнут свои двери для наших школьников. Но с Татарской филармонией у нас немножечко ситуация другая, они наоборот выезжают в районы. Значит, какие спектакли мы запланировали? То в первую очередь будут приезжать в город Казань ребята из всех 45 муниципальных районов. Это наши социально активные дети, это как поощрение тех, кто сегодня занимается общественной работой, волонтерской деятельностью, является лидерами своих школьных ученических советов. Это и юнармейцы, и представители Российского движения школьников, и победители фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад. То есть социально активные дети, для них это является как мерой поддержки, в том числе, конечно, и детки из малообеспеченных семей. Это все на усмотрение муниципалитета. Спектакли подобраны таким образом, чтобы они были как бы созвучны со школьной программой. Поэтому 30-го Казанский театр юного зрителя предлагает нам 2 спектакля, которые посетят наши дети. Это «Свадьба с генералом» и «Маленький принц». Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Мы посетим 3 спектакля, видите, они представлены на слайде. 1 ноября «Алибаба и три разбойника», «Угасшие звезды», «Шурале онлайн». Полностью весь зрительный зал будет нашими школьниками заполнен. В начале каждого спектакля обязательно будет приветствие Министерства образования и науки. Это будет либо министр, либо кто-то из заместителей министра. Ну и, конечно, в конце, после того, как спектакль посмотрим, и автограф-сессии, и встречи с актерами, и фотографирование, ну и далее культурно-досуговая деятельность уже в рамках посещения города Казани. Государственный театр оперы и балета имени Муса Джалиля 2 ноября, это порядка 1000 школьников посетят наш балет «Жизель». И, собственно говоря, в этом заключается культурный проект «Культурная осень». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».